Beast, let's win this again. No need for prophecy to gather that I have this one in the bag. Да не становись АФКом, норм играет. Вот этот гандон вчера на СФ мне вечером въебал катку, вообще безмозглый, вот на фантомке, если что. Прям вообще лоу-скильный лоу-скилл. Level 2, we insta go on this guy. Level 2, я сказал, да? Level 2. Он же не бьет на замедление вообще. Стелл скинуть нюк, так бы убили, наверное, там 10 тиков еще. И вот часть сирота. Осуждаю. Осуждаю заранее. I can go on this guy. Go. He's not attacking if he's slowed. Донг, ну блин, ну чё ты вот это вот гадости эти вот говоришь? Не надо. Не надо гадости. Elder and Brew has no game, guys. А у нас два героя с замедлением. И у Elder же пассивка от атак спида. Ой, от мув спида. А мы вдвоем замедляем ММС, и он вообще не бьет. Я как будто даже стан не хочу брать, если честно, в один. Мы можем их просто Lotus is up, by the way. Lotus is free to take. Oh, you're dead. Never mind. I'll bring some tangos. Ah. No tangos available, by the way. Ебать, мы просто их в жопу трах-трахач делаем жесткий. Но я без эспата в этой. Не знаю, насколько сильный лейн-саппорт, если, конечно, Рубик еще в твоей команде. Это нормально стоит лайненькими? Ну все, видишь. I'll go and secure top run. Ну она женщина и ебет, кстати. И не жопой даже. I'm gonna come top soon. Он не бьет вообще, мне похуй. Кипак и стоп. Okay,
They're diving top, guys. Вихта зрели лоу. Вихт виски. Вот здесь. Ай да бестмастер, ай да моя зайка умница. Да, она... Кому не похуй на Йонта, блядь? Ответ на это. Кто это на? Что это вообще? Пицца не кричит, когда ее засовывают в духовку. Осуждаю. There's no boots. Running mid. We can kill him with silence. Много никого, он не сюда прилетел. They're relocating. Здесь Гира висп еще. Не все так плохо. Видели там? This is my best master, guys. А, это не женщина. Это не женщина. Сука! Он забайтил бы Шенджера. Бля, надо тоже поиграть с женским голосом. I'm tipping top, can we fight this? Beast. Back first, 10 second draw. Never mind. Пак с аркадруны, конечно, пиздец заебный. Бля, мне кажется, мека сейчас на сапах, это вообще на каких-то там четверках, прям супер круто. Любая аура, конечно. Что мне понравилось с фатом в один, если честно. Ну, когда доминируешь, конечно, круто. У меня мека еще есть, если что. Висп релуин. Там-то мека, в мек. Висп релуин за дебейсную. Under attack. They see the advantage.
Гир или белка через мекку норм. Ну вот так. Пока пишу пост телегу, ребят. GG, guys.